Уже можно говорить о том, что это не происшествие, не инцидент в небе, а произошла катастрофа с нашим авиалайнером, и правительственная комиссия, соответственно, начинает уже работу по расследованию причин этой катастрофы. Мы как раз вылетаем на место для того, чтобы собрать факты, тщательно проанализировать всю имеющуюся информацию и начать официальную процедуру международного расследования. Сейчас, секундочку, давайте.